So I'm very Я grateful очень благодарен. Спасибо вам, что пришли со мной for смеяться сегодня. I'm very happy that now И я очень счастлив, что йога смеха сейчас становится популярной в России. Но But я I считаю, think что нам нужно we all объединиться, need собраться to get вместе, чтобы together, сделать ее make it more and more еще более популярной. So I understand that all of you are laughter yoga leaders. И я знаю, First что thing I здесь request собрались уже лидеры us смеха йоги, но я напоминаю, что нам всем, каждому нужно смеяться хотя бы 30 минут в день. The main purpose of laughter yoga is И три цели йоги смеха — это здоровье, happiness счастье and и мир во всем мире. Coming И Sunday, когда мы next соберемся с Sunday, вами в on следующее 7th day, воскресенье, 7 мая, мы будем отмечать Всемирный день смеха. So on this day, all laughter И yogis, в their этот friends день and все смеха-йоги собираются вместе together со всего мира and и laugh, смеются, чтобы еще bring утвердиться вот в awareness этих about преимуществах и benefits of пользе laughter. смеха. Yeah. And we are also organizing international laughter group on that day. Интернациональные международные That will группы be 6 смеха-йоги, p.m. это будет something around происходить в 6 часов, 3:30 p.m. по вашему времени примерно в Russian time. 3:30. И мы организуем. Я отправлю вам And I ссылку, will send you пожалуйста, the link. приходите, Please и мы come все and join вместе the посмеемся international всем миром. group. We should У нас try должны быть physical club, и international смеха клубы clubs, as как well as офлайн, online labs. так и онлайн. And we are also thinking of starting Нам something необходимо обучить professional как можно teaching, больше coaching, тренеров, training, коучей, to чтобы help как можно people больше understand людей узнали о laughter смехе и yoga начали can do. смеяться. There's a lot Очень of много need людей of нуждаются laughter в yoga. смехе. Это и дети в школах, и бизнесмены, и люди, которые работают в корпорациях. И, конечно, And мы должны also принести there are a lot of пожилым senior людям centers, смех old age, в домах престарелых old и people. в различных Need to центрах grow для laughter пенсионеров. program. И я And чувствую, что also йога I смеха feel that необходима людям, laughter is которые needed имеют for физические people who are заболевания и physically and различные mentally психические и disabled. ментальные расстройства. Life is serious. And death is Жизнь очень serious. There is a серьезна, lot и of в этом мире seriousness столько in this world. серьезности. And now the time has И come. пришло время, когда мы We должны should take воспринимать laughter смех seriously. серьезно. Put your hand like this, everybody. Сделайте руку все вот так. Thank you, thank you. Спасибо, спасибо. Thank you. Thank you. Thank you.